Ребят, всем привет! Это просто трындец! Мне написал человек и сказал, что он настоящий разработчик игры Stand of 2. И то, что он хочет мне подарить новый Nameless Charm Black Spot. Привет, Тик-Так. Я разработчик игры Stand of 2. И мне сказали, что ты очень хочешь себе новый Nameless Charm Black Spot. И я могу тебе его подарить, если ты выполнишь мои задания. Да-да, ребятушки, именно вот этот вот, давайте я вам покажу его. Вот этот вот новый Nameless Charm Black Spot, который стоит 350. 50 косарей! Он хочет мне его прямо сейчас подарить. Не веришь? Заходи на рынок, я выставлю его за 500 тысяч. И ты поймешь всю серьезность. Прямо сейчас он сказал мне, чтобы я зашел на рынок, и что он выставит его за 500 000, как только я зайду на рынок. Ребята, это просто трындец. Он сказал, что выставит его за 500 косарей. Я зашел на рыночек, и прямо сейчас... Он реально выставил! Разработчик снял предмет с продажи! У него реально есть Black Spot Charm! И он сказал, что он мне его подарит, если я выполню его задание. Но что-то я немножко сомневаюсь, что это настоящий разработчик игры. Ну что, ты поверил, что я разработчик? Давай так. Я тебе подкручу Арканус Граффити Пака, чтобы у тебя не было никаких сомнений, что я разработчик. И после этого я подарю тебе Charm Black Spot. Пацаны, он сказал, что он включит мне подкрутку в игре! Он сказал, чтобы я купил 5 граффити паков, и мне из 5 граффити паков 100% выпадет Аркана. Он сказал, что он хочет доказать, что он настоящий разработчик игры, и включит мне подкрутку на Аркану. Давайте попробуем. Если нам реально со 100 голды выпадет Аркана, я буду просто в шоке. Я буду реально просто в шоке. Итак, мы купили, как он сказал, 5 граффити паков, и прямо сейчас он сказал, с этих 5 граффити паков нам выпадет Аркана. Он сделает нам подкрутку на Аркану. Давайте 3 раза пустим на Эчпушмак, 2 раза, 3 раза. Если кто-то больше 3 раз бустанул на Эчпушмак, то пенч галимый. Поэтому мы открываем первый граффити пак, и придите сейчас первого Аркана будет. Я буду просто в шоке. Я буду просто в шоке. Я буду просто в шоке. С первого. Это реально, походу, подкрутка. С первого, ребят, с первого. Прикиньте, у меня подкрутка на 4 Арканы сделала. Ребята, давайте пустим 3 раза на Эчпушмак. Еще раз напоминаю, кто будет больше пустит 3 раз, тут пенч галимый, грибоед и так далее. Открываем. Ля, мне просто интересно. А, да ладно, неужели, или у меня такая легендарка? Легендарка! Я 2 штуки открыл, мне выпала и легендарка, и Аркана. Такого никогда не было у меня, ребята. И давайте один раз просто на Gold School один раз пропустим. Покрутим его вот так вот, ребяшки. Прикиньте, он реально сейчас мне включил. Если это реально, я буду в шоке. Если реально он включил подкрутку. Нажимаю кнопку открыть. Пау! Полетело, полетело, ребяшки. Пожалуйста, лишь бы это была подкрутка. Пожалуйста, лишь бы это... Так. Хотя, может быть, он мне сделал подкрутку только на первый граффити пак. Или как? Прямо сейчас проверим, ребята. Посмотрим. Давайте два разочка мы бустанем на Эчпушмак. Не больше, потому что я буду печем. Если больше 2 раз, и нажимаем кнопку открыть, мы просто проверим. Странно. Походу, он на первый только сделал мне подкрутку. Только на первый, типа, чтобы мне выпал Gold School прямо с первого, чтобы я сразу же поверил ему. Ну, давайте последний откроем. Мало ли, с последнего мне выпадет тоже, типа, Аркана. Типа, знаете, он сделал и на первый, и на последний, на всякий случай. Типа, там, 2 Арканы мне мало ли выпадет. Блин, да я буду в шоке, если мне выпадет сейчас 2 Аркана, если честно, это будет трындец. Хотя уже, в принципе, с первого выпало, я уже, в принципе, понимаю, что это уже что-то, ну, не просто... What? Легендарка. Это, кстати, нифига себе говорит о чем-то. Легендарка, это уже неплохо. И 2 одинаковые легендарки, кстати. Сейчас я уже начинаю немного верить, что он настоящий разработчик. Погнали, послушаем, что он нам дальше скажет. Что ж, твое задание. Покупай рарки по закупу. И твоя задача словить рарку с легендарной или арканой наклейкой. Пацаны, это просто трындец. Мне надо заказывать рарки по закупу, пока я не словлю рарку с легой либо арканой. Это просто трындец. Ладно, все, давайте попробуем. Окей, это в принципе сложное задание. Но в принципе эти рарки, они стоят по 1 голде. И типа если там заказывать по 10, по 50 штук, это всего лишь 50 голды за раз. Давайте просто попробуем позаказывать рарочки. Посмотрим, получится или не получится. Давайте так, давайте выберем самые дешевые рарки. Давайте самые дешевые рарки. Закажем 10 грибов. Давайте по одной голде. По одной. Давайте, ладно, сразу 10 штук закажем. 10 штук, посмотрим, словим ли мы наклейкой арка, с какой-нибудь наклеечкой. Посмотрим. Так, купили 10 штук сразу. Все, куплено 10 штук. И мы смотрим с вами, что у нас здесь есть. Итак, 10 грибов без единой наклейки. Это трындец, пацаны. Реально, ни одной наклейки нет. Это обидно. Ладно, давайте попробуем с вами туда. Слушайте, давайте попробуем с вами статрекерскую заказать, хотя бы какую-нибудь. Статрек кубер. Вот здесь уже можно ставить, мне кажется. Давайте закажем сразу по 5 голды. Давайте, ладно, по 7 голды, 20 штук. Итак, смотрим, какие наклейки мы выцепили. Итак, мы выцепили. Ни одной наклейки не выцепили? Да ладно! Слушайте, может быть взять по крупнику? Давайте возьмем 100 штук. 100 штук какого-нибудь популярного скина. Давайте, допустим, АКР Нано. 100 штук закажем. Закажем 100 штук по 2 голды. Это все
всего лишь 200 голды, ну мало ли у нас получится. Просто 100 штук, и 100 штук хотя бы что-то должно, мне кажется, выпасть. Нажимаю кнопочку заказать и смотрим, что у нас, ребяшки, выпадает. Нажимаю кнопочку заказать и поехала рулеточка. Мы все-таки купили 100 штук, нажимаем на кнопочку инвентаря. Я нажал, у меня залагало, ребят, чтобы вы понимали. О, я нажал, все, о. Так, смотрим. Итак, я даже немножко подвинусь, посмотрим. Первая линия полностью нету аркан наклеек, легендарных наклеек. Вообще, в принципе, наклеек нету. Здесь тоже нету наклеек, здесь тоже, тоже. Вообще наклеек, что ли, нет, ребят? Хоть одна наклеечка, ребята. Ребята, я купил 100 кейров наны, и нам не выпало. Это трындец. Давайте посмотрим какой-то другой скин, более дорогой. И может быть там нам что-то выпадет. Ладно, ребят, давайте попробуем с вами рарки статрековские заказать побольше. Не 15, не 10 штук, а хотя бы штучек 40. Может быть сейчас нам на грибе повезет, ребят. Давайте закажем. Давайте по 10 голды, по 10 голды закажем 40 штук. Это у нас, ребяшки, почти пол косаря уже я трачу. Нажимаю заказать. И поехали, ребяшки, покупать с вами. Попробуем купить, получится, не получится, я не знаю. Но очень надеюсь, что у нас получится купить хотя бы уже эпик какой-нибудь, либо легендарку, аркану я уже не надеюсь. Так, все, 40 штук, ребяшки, мы купили 40 М40 грибов. Сейчас мы будем смотреть, что мы купили на эти 40 М40 грибов. Я надеюсь, тебе повезет, я не хочу тратить голду, я уже потратил почти косарь, наверное, мне кажется. Смотрим, первая строка. Смотрим, первая строка полностью без наклеек. Это просто трендец. Вторая строка полностью без наклеек. Третья строка полностью без наклеек. Пятая строка. Есть скин какой-то с наклейкой. С какой-то наклейкой. Скин. Сейчас посмотрим, что это за наклейки. У меня только один скин с наклейкой. Только один скин с наклейкой. Наклейка какая-то. Слушайте, а это какая наклейка? Это какая наклейка? Слушайте, что это такое? Это случай. А, это снова пас. Давайте посмотрим, снова пас наклейка. Блин, если это будет Лего, я буду рад. Вот это, да, Legends Collection. Давайте посмотрим. И нажмем наклейки. Наклейки. Где она? Это она? Это она? Орел и волки. Орел и волки. Смотрим. Это реально она, ребят. Это реально она. Вот. Посмотрите справа вверху. Орел и волки. Мы смогли это сделать. Мы выполнили задание, мужики. Мы выполнили задание. Я потратил всего лишь косарь. Это емпа просто. Погнали к следующему заданию. Следующее задание. Выиграй катку ВМ. И за каждую смерть ты должен покупать 30 уровней батл пасса. Ну что, пацаны, катку уже нашло. Мы нажимаем кнопку подтвердить. И наше с вами задание прямо сейчас. За каждую смерть я покупаю 30 уровней батл пасса. То есть я покупаю... Это просто трындец. Если я умру 5 раз, мне придется покупить весь батл пасс. Ну что, пацаны, мы начали катку. И понятное дело, что я один су идти на такие сложные задания. Поэтому я позвал Абомина. Абомин, поздоровайся со всеми. Олембу, а всем квакаё, что тебе надо прикрыть? С этого задания ты мой помощник, и ты меня прикрываешь. Посмотри, как все меня устали. Я посмотри, что происходит? Они все защищают нас. Они все меня защищают. Я клянусь, мы вдвоем пошли в этот ВММ с Абовиным. А чё, может... Эти мужики защищают, чё вы встали? Нам не важно выиграть, нам главное защитить меня. Ля, ты умер, ты гонишь! Ты, чтоб ты понимал, просто вокруг меня бегают и не помогают мне ничего делать. Я один остался! Тихо. Давай твой раунд. Батлпас на первом же раунде! Блин, пацаны, меня в первом же раунде слили! Это просто трындец. В первом же раунде я покупаю себе 30 уровней батл пасса. Нажимаем купить уровни. Покупаем 30 уровней и тратим 20 баксов. Это просто трындец. Пошла обработочка, платеж выполнен. И мы купили 30 уровней батл пасса. И это только первый. Ребятушки, раунды меня уже слили. Так, смотрим. А где? О, да. Да, купили, ребят. До 64 уровня мы купили, мы получили. Сейчас посмотрим, что мы, ребятушки, получили. 30 уровней, 30 каких-то предметов. Мы нажимаем, смотрим, что у нас здесь, ребятушки. И у нас здесь перчатки. Пяточки эйсит выпали. Посмотрите, какие классненькие. Смотри, вообще пушечка. Статрековский, кстати, нам выпал дробаш. Имба. Иди, смотрим ниже. Больше ничего хорошего нам не выпало. Граффити вообще не нужно, вообще нам выпало. Все, нам только из этого всего только самое нормальное, это выпали перчатки. Вот это трындец. Ладно, мы идем играть дальше. Может быть, дальше мы еще раз умрем. Скорее всего, мне кажется, и купим, и нам выпадет что-то еще поинтереснее. Это трындец, пацаны. Все, я, короче, не знаю, что я покупаю. Я покупаю МП5. Короче, и броню. Стой на базе, я пошел прикрывать тебя, что-то нас с фронта. Не. Опа, пушит уже. Найс, отлично. Хорошо, один есть. Да не стали мы их добивать. Хорошо, отлично, 2 чела осталось. Отличненько, там есть чел. Там чел. Ой, хорошо, ты мой красавчик. Абомин, топ-1 помощник, моя правая рука. А сами знаете, чем я занимаюсь правой рукой, поэтому... О, слушай, да. Ладно, шучу. Так, все, давай вместе где-нибудь будем с собой сидеть. Пошли тёмку пушить, как говорится. Пушить? Ты нормально пушить, говорит. Оп, хэдшотик вот так. Я слепой. Второй хэдшотик. Тут ты гонишь?
Офигеть, пацаны! Я взял теперь котлету какую-то! Чего хэдшотик? Давай, давай, эйс, давай, пацаны! Обои уже четверых забрал. О, ты видел. Убей его, убей, давай. Блин! Его тиммейт где-то нашел. У Абобина собрали эйс, пацаны. Кстати, я забыл сказать, пацаны. Первый раунд, ребяшки, я проиграл, и я купил 30 уровней батл пасса. Да, это печально, но остальные уровни батл пасса, если я умираю, покупать не Абобин. Слышь, тогда если такие условия, то надо бы этот максимальный скилл подрубить. Ля, там чел пишет сейчас, если так меньше. За такое 10-1 делаем. За такое гик системы в последнем раунде. Найс. Все, отлично, 1-3. Я сейчас попробую с балкончика убить кого-нибудь. Мне так страшно, чувак. 30 уровней батл пасса, это, блин, 1000 с чем-то рублей, это трындец. Там чел есть. Абобин умер! Это трындец, пацаны, мы проиграли раунд. Что? Он сказал, спал, он сказал, сливайся, это адекватно. Вот это тиммейт называется. Я хотел сказать, спасайся. Да, конечно. Ля, мне страшно. Мне реально страшно. У, блядь. А, чел тоже пошел сейвить. Он тоже, походу, из челленджа выиграет. Походу. 1-4. Не, нормально. Слушай, вообще имба. Я буду стараться максимально. Собрались. Ой, блядь, нашего забрали. Блядь, ко мне идут. Слушай, ты ванг. Ко мне идут. Ай, меня убили. Пацаны, помогите. Слышь, тиммейты ждут, пока ты первый пойдешь. Офигеть, крысы. Он опять, кстати, сейвит, это скилл 0.5 играет. Прикинь, если он меня убьет, это вообще позор. Ну, слышь, это по-любому Саша скилл, он же уже с тобой в двойке играл на стриме, походу, а понял, что лучше с тобой не иметь дел. А, ты видал, я его почти убил. Саша скилл. Лежит, отдыхает. Смотри, если ты сейчас умираешь, то ты тоже ПП покупаешь на этом новом аккаунте. Давай! Двоих! Двоих! Ни хрена я вытворяю! Найс, ну фрикшот. Отлично! Идеально, 1-6. Слушай, это имба. Если я сейчас реально не умру ни разу, я вообще буду сейчас самым счастливым человеком на планете Земля. Реально. Надо постараться. Не, у меня сегодня что-то это вообще какие-то легендарные залеты по килам. Ой, хорошо, убили одного уже. Уже убили одного. Так все. Я просто ноускопами бегаю. Так все, слышишь, все, и смотри, последний остался. Так все! Нормально! 1-7 играем. А! Последний патрон, последний килл. Я убил чела! Я убил чела! Тут последний в темке. Давай, я жду его. Хорош! У меня даже 5 киллов. Я даже киллы делаю. Я не крышу. Я реально, ну, типа, играю. Кстати, пацаны, если что, монтажер, не вырезать, смотри на звание Абобина. Осуждаю, это мой второй аккаунт. Да, конечно, второй аккаунт. Меня подписчик попросил забустить. Пацаны, голд один, а запомните, как играет Абобин. Так, давай все, собирайся, играй. Ой-ой-ой, двоих забирали наш. О, может. Мне хана. Ой, я убегаю. Мне это жесть. Блядь, не страшно. А что будет, если им сказать? Тихо. Мне страшно. Они бегут за тобой, они тебя следуют. А, слева! Как ты выжил? Это просто трындец, чувак. Меня чуть не прострелили, это было. Все, я спрятался на Б. Их трое! Все, имба. Вали. Давай, кидай. А, он тут, нифига я фигшотом в хэдшот дал. А, там скилл лагает, я попал в него. Я боюсь, 54, идите вы в жопу! У меня 54 хп осталось. Не, ребят, вы сами разберетесь. Он забрал! Пацаны, 7-1 счет. Чтоб детали, посмотрим, какими сейчас в конце катки Black Spot сейчас дадут. Смотрим, Black Spot. 25! Смотри, Абобин скин залутал. Бля, пацаны, спасибо огромное Абобину за то, что мне помог. Ну, ладно, чуть-чуть помог. На самом деле, я большинство сделал Абобин так, помогал чуть-чуть. Ладно, но на самом деле, спасибо ему огромное. А мы пошли к следующему заданию. Надеюсь, это будет последнее. Следующее задание. Дальше все просто. Сделай крафт АКР Трэжер Хантера. Пацаны, следующее задание — сделать крафт АКР Трэжер Хантера. В принципе, ничего сложного, но немножечко затратно. И самое страшное, что он может получиться. А может крафт и не получится АКР Treasure Hunter. Давайте, в принципе, попробуем зайти на Origin коллекцию и посмотрим, понятное дело, легендарки, чтобы нам выпал АКР Treasure Hunter. Сколько они стоят? Ребят, это трындец! Давайте купим 1, 2, 3, 4, 5 штук. 5 штук с Origin коллекции и 5 штук с какой-нибудь другой коллекции, чтобы было 50 на 50%. Ну, давайте Fable коллекцию, да? Где у нас там Fable коллекция? Или Furious, а удаленная, идеально. Удаленная коллекция Furious, идеально. Возьмем с вами 5 геров. Прямо сейчас
сейчас мы делаем крафт Акейра Трэшер Хантера. Я надеюсь, что он нам выпадет. Я не знаю, если. А если нам не выпадет, нам надо еще один крафт будет делать или что? Я очень надеюсь, что это что нам повезет. Давайте так, крафтинг нажимаем. Нажимаем крафтинг. Выбираем раз, пушечку. Выбрали пушечку. Два, три. Потом выставим все геры. Раз, два, три, четыре, пять. И два М4 некромансера. Раз. Вот этот верхний раз. И справа вверху два. Прямо сейчас с вас лайк, подписочка. Кстати, не забывайте, кто ставит лайк, подписывается на канал и пишет хороший комментарий со своей ID-шкой, может получить халявный промокод на нож. Поэтому не забывай, бро. Лайк, подписочка, хороший комментарий, промокод на нож от меня. Акейр Трэшер Хантер. Я тебя люблю. 3, 2, 1, поехали! Это что, подкрутка? Это подкрутка? Давайте попробуем еще раз. Может быть, он не подкрутку на КРТХ сделал? Может быть, он не подкрутку на КРТХ сделал? Сейчас перезайду. Так, пацаны, я зашел опять в инвентарь. Опять пробуем то же самое сделать. Я не знаю, мне реально стрёмно. И пробуем. Я не знаю, если мне сейчас опять не получится, это будет максимально странно. Пробуем! Что? Я клянусь, я не знаю, что это! Сейчас я спрошу у этого чела, что это такое вообще? Не выпал ТХ, не смог скрафтить. Это я так сделал, не волнуйся. Дальше твое любимое. Открой Хэллоуин стикер-пак, может выпадет голдскул? Пацаны, я не знаю, что происходит, но он как-то сделал так, чтобы я не смог скрафтить. Следующее задание он мне дал — открыть Хэллоуин стикер-пак. В принципе, у меня есть Хэллоуин стикер-паки, которые у меня лежат на рынке, просто хранятся. Один я пожертвую ради Black Spot, это вообще без проблем, они стоят сейчас почти 5 косарей. Один, ребятушки, я пожертвую, я открою ради такого контента. А куда он исчез? Куда он исчез? Тихо, что происходит? Лот не найден! Я опять перезайду, я надеюсь, он его не украл у меня. Так, пацаны, я перезашел, фух, слава богу, он здесь у меня, ребятушки. Да, есть Хэллоуин стикер пак, и самое главное, мы сейчас его будем открывать, он попросил меня открыть. И вы вспомните, что он сказал. Он сказал фразу, типа, может выпадет Gold School? Может быть, он мне сделает подкрутку на Gold School? Мне максимально интересно, что будет сейчас. Я реально ни разу отсюда ни разу не убивал арканы. Очень надеюсь на что-то хорошее. Погнали, Gold Schoolчик, давай, родная моя. Ой-ой-ой, мне страшно. Эх, ё-моё, а так надеялся. Я думал, что он, может, мне подкрутку какую-то включил. Ладно, поедем к следующему заданию. Надеюсь, это будет последнее задание. Последнее задание, после которого я тебе подарю чармик Black Spot. Слей любой скин из Nameless коллекции за 003. Ребята, последнее задание, мне надо слить за 003 любой скин из Nameless коллекции. И он сказал, что подарит мне чарм Black Spot. 003 любой скин. Ну, я думаю, оно того стоит. Давайте зайдем на Nameless коллекцию. Ля, пацаны, я даже не знаю, какой мне скин слить. У меня два Авика Спорт V2. Может быть, Авик Спорт V2 слить? А как вариант Авик Спорт V2 солью. Г22 релика тоже два, как вариант, тоже Г22 релик могу слить. Блин, знаете, с другой стороны, если я солью самый дешевый Nameless скин, то он мне может не дать Black Spot. Давайте, может быть, сольем Авик Спорт V2, чтобы это был среднячок такой. Ребят, я ставлю 003. Если он мне сейчас соврет, ребятушки, я буду реально дико рыдать. Наводим, ребятушки, на кнопочку создать. Поехали, ребята! Давай! Я слил его за 003! Я его слил! Мой Авик Спорт V2 за 003 я слил. Пускай он только попробует мне не отдать Black Spot Charm. Ну все, заходи на рынок, ставь запрос 60к и забирай свой заслуженный приз. Пацаны, он сказал мне заходить на рынок и выставлять запрос 60к, что он мне сейчас отдаст Black Spot Чармик. Я не верю. Я просто не верю. Подождите, давайте прямо сейчас заказать за 60 косарей. Ребят, я не верю. Я не верю. Мне просто не верится. Неужели получится сейчас заказать? Да! Он мне слил его за 0.3, ребята! Тихо. Подожди, я его могу выставить. Давайте выставим его за 700. Раз, два, три. Да, ребята, Black Spot Charm. Это просто трендец. Он у меня есть. Давайте его применим куда-нибудь. Применим, знаете, куда? На АВМ-ку. На АВМ-очку, ребятушки, красивенькую мою. Ой-ля-ля. Посмотрите сюда. Посмотрите на него. Он просто офигенский, ребята. Это просто имба. Не зря я это сделал. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, если понравилось это видео. Также не забывайте, что я даю халявные промокодики для тех, кто поставил лайк, подписался на мой видос и написал хороший комментарий. Всем спасибо за просмотр. Я пошел играть с Black Spot Charm. А вам, игрушки, всем пока-пока и хорошего дня.